Добрый день, подписчики, зрители моего канала. Сегодня мы отправимся в Стоунхендж в Германии. Расположен он в деревне Эрминген, недалеко от Ульма. Небольшое короткое путешествие, буквально 10 минут от моего дома, и я уже на месте. На 3 часа в сторону востока расположен центральный дольмен, состоящий из двух камней, на нем сверху положен третий. Между собою камни скреплены цементной связкой, расстояние между опорными столбами около 60 сантиметров. Окно центрального дольмена смотрит точно на восток, и по часовой стрелке расположены другие камни, но трех все-таки почему-то не хватает. Удивительная природа вокруг, можно любоваться бесконечно. Я тут нарисовал небольшую схемку. Конструкция состоит из 12 пунктов. 3 куда-то исчезли. Радиус 12 метров. Направление дольмена на восток. Вот на восток мы сейчас и смотрим. Я вращаю камеру по кругу. Видны остальные камни. Ну, все поросло. Сейчас лето. Осенью это наверняка скосит. Сам комплекс расположен на холме. Место используется до сих пор. Шестое воскресенье после Пасхи здесь устраивают проводы зимы. Обычные камни, цементная связка, на которой закреплен верхний камень. Следов какой-то либо ювелирной обработки с использованием мастерства незаметно. Ну, камешки обтесали, воткнули, поставили. Аттракцион устроен. Извиняюсь за нечеткость изображения, эта камера у меня просто первый раз в руках. Слишком много установок, обычно пользовался обычными мыльницами или мобильным телефоном. Так выглядит один из камней рядом, ничего лишнего. Притащили, вкопали, поставили в нужную точку. Там вдали у нас расположены Альпы. В конце ролика я спущусь на смотровую точку, откуда видны просторы на расстоянии за более чем 100 километров. Как обычно, я взял с собой кое-какую аппаратуру, компас в том числе. Стрелка показала на восток. Я проверил пару частот звучания этого дольмена в этом месте. Ничего удивительного я не заметил и чего-то особенного тоже. Замер волнового рассеивания в пределах нормы, хотя невдалеке расположена одна из вышек 4G. В конце ролика вы также увидите центральную вещательную вышку Ульма. Ну вот так вот немцы провожают зиму, палят костер, пепел остается после этого. И на этом я снимаю прямо в центре этого сооружения.
Радиус сооружения 12 метров, как я сказал. Я замерил электромагнитный смог. Никаких электромагнитных полей в центре я не обнаружил. Я прошелся по центру с рамкой. Вращение, естественно, присутствовало. И именно в самом центре оно присутствовало больше всего. Заметно, что отсюда выходят какие-то виды энергии, и эти камни здесь установили совсем неспроста. Как говорил Гёте, у каждого из нас свой Мазерат. Я его немного переиначу и скажу: каждому по Стоунхенджу. Ну, это уже вид со смотровой площадки. Сейчас будет приведена таблица, на какое расстояние можно рассмотреть какой объект. Очень интересно, но на это надо отдельно время. Эта табличка с описанием объекта приклеена у правой ульма. Ну, вот такой вот вид на закат. До свидания, ульмский Стоунхендж. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.